Приветствую всех на своем канале «Любимая тачка». Перед тем, как поехать отдыхать, нужно сделать кое-какие заготовки. Взять продукты, которые быстро портятся. В данный момент это салат, перец и рыба. Перец мы нарезали кольцами, а рыбу маленькими кусочками, чтобы удобно было поместить в упаковку. Чтобы на отдыхе отдыхать, а не заниматься готовкой, нам поможет вакуумная упаковка. И этот прибор нам в этом поможет. А как это сделать, сейчас увидим. Этот процесс называется вакуумация. Мы удалили воздух, и вот что у нас получилось. Эти упаковки будут лежать долго и дожидаться своего часа, чтобы провести прекрасное время. Приятного аппетита! Девочки, а также их родители, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы увидеть новое видео, а новое видео будет еще интереснее. И до новых встреч!